я просто одно понял, что здесь люди не живут со страхом внутри. Мы когда видим, наверное, полицейских, военных в городе, сейчас их полно по Лос-Анджелесу. Друзья, сейчас нахожусь в гуще событий, но, в принципе, Лос-Анджелес, он сам по себе уже напряженный город, сейчас напряженное место, где происходит события. События, которые известны всем, во всем мире. Я думаю, что где-то это судьбоносные, наверное, события, которые изменят этот мир. Этот коронавирус уже изменил мир, и я думаю, что он, эти события тоже изменят мир. А то, что происходит сейчас в США, в Америке, вся Америка поднялась, на, как говорится, с колен в США, потому что эта страна как-то более-менее, что ли, свободна в своем изъявлении, своей, как говорится, воли, своего желания. И вот сейчас это происходит на моих глазах. Вот полиция, везде полиция, улицы перекрыты. Ну, кто-то, кому-то по барабану, просто известно, полиция приезжает уже.